Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 апреля. Сейчас я пришла, мы с Катей будем мыть эту теплицу. И я буду сюда перетаскивать для посадки томаты. Вот у меня тут висят пленки. До этого она у меня использовалась для хознужд. У меня тут сушились пленки. Сразу скажу, что обработка теплицы вот этой будет самая простейшая. Как я говорила, что если перед этим, предыдущий сезон, не было фитофторы, то никакими сильно фунгицидами не обязательно обрабатывать. У меня будет очень просто. Я вот принесла сюда жука. Верхний вот этот вот сам шатер я просто обрызгаю струей из жука. Ну, чтобы вот эту всякую пыль, загрязнение выбить из-под каркаса. Ну, короче, чтобы просто навести чистоту. А нижняя часть, там, где соприкасались растения, тут кое-где зелень есть, кое-где просто какая-то грязь. Мы помоем мыльным раствором. Вот я взяла дегтярное мыло. Оно самый идеальный вариант. Кстати, наше бийское. Я его сейчас нашоркала, разведу в горячей воде и просто обыкновенно, вот механическим способом, тряпками, вот это все промоем. Нижний вот этот слой. Обратите внимание, я говорила, что наличие вот растущей сорной травы всегда говорит о том, готова почва и теплица, ну, к высадке растений или нет. Смотрите, какая буйная уже растительность сорная тут. Тут перегной добавляли осенью. И вот по этой бурной растущей растительности я уже точно знаю, что высаживать сюда можно. Значит, здесь тепло, значит, здесь комфортные условия для жизни растений. Сейчас я покажу шаг за шагом, как мы обрабатываем теплицу. Сразу говорю, ничего сложного. Верх чистой водой, вот этот сам шатер. Низ мыльным раствором, дегтярным мылом. Этого достаточно. Тут самое главное навести нам гигиену, чтобы поликарбонат был чистым, прозрачным, фитофторы не было. Травить ни стены, ни землю мне нет нужды. При использовании вот такого устройства, как жук, очень удобно оно тем, что вот из всех этих, которые вручную мы не можем промыть, вот здесь, где крепление, вот под этими, видите, как хорошо он промывает. Хотя даже если там нет грязи, ну, сполоснуть лишний раз не повредит. Было время, я мыла этим, кто он, устройство для мойки автомобиля, просто сейчас на зиму мы его упаковали, муж куда-то убрал далеко, искать неохота. Вот этим жуком я мою, вы видите, только вот этот купол, который чистый. А низ, конечно, он жук не промоет, потому что там нужно тряпочками. Когда верхняя часть уже промыта поликарбоната, то внизу я всегда вручную, вот эти, видите, как зелень, которая остается после прошлого сезона, тут, вероятно, ну, растения прислонялись, какой-то налет. Просто мыльным раствором вымываю до чистого, сверху еще раз ополосну. Вот он у меня мыльный раствор, дегтярное мыло. Сверху ополосну еще раз из жука чистой водой. И все, на этом обработка будет закончена. Сразу скажу, что такая легкая обработка возможна только в том случае, если у вас в прошлом году не было фитофторы. Если в прошлом году была фитофтора, то тут, возможно, не обойдешься просто мыльным раствором, даже дегтярным. Нужно было, у кого эта болезнь такая, зараза, каждый год, то я уже говорила, лучше всего осенью пролить раствором медного купороса 1 столовую ложку на ведро. Многие боятся использовать медный купорос из-за его токсичности, но если вы обработку эту делаете осенью, за полгода до высадки, и, можно сказать, почти за целый год до употребления плодов, то никакого вреда, уже это доказано, что никакого вреда почти нет, все это разложится, уйдет вместе с поливом, вымоется, но только осенью. А весной мы уже можем применять фунгициды только био. То есть и фитоспорином, и вот этой, и триходермой, и бактофитом обрабатывают разными различными средствами. Но я, как вот еще раз повторю, так как фитофторы нет, я такими самыми легкими, минимальными средствами обрабатываю.
то есть простым мылом. Все. У меня простейшая вот эта обработка теплицы. Сейчас я ее помою. Она будет хотя бы чистая. Начнем. Тут мне Катя ходит помогать. Начнем копать землю. Вот эту вот буйную растительность всю нужно перекопать. И начну размечать лунки. Все, до свидания.